Егорская дзюдоистка Дарья Нешта завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях. Накануне в Магнитогорске состоялся турнир по дзюдо памяти Виктора Пшеничникова. На соревнованиях сильнейших выявляли в двух возрастных категориях – до 18 и до 21 года. В категории юноши и девушки серебро завоевал нефтьюганец Валерий Броцман. Бронзой в этом же возрасте отметился Григорий Коробков из Нижневартовска. У старших дзюдоистов золотую медаль завоевала сургутянка Дарья Нешта. По итогам турнира Дарья получила право выступить на первенстве России по дзюдо.